Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья Страдубцева, и я делаю бьюти-обзоры. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео. Добро пожаловать на мой канал, где есть полезные видео о применении той или иной продукции и мой честный отзыв. Сегодняшний мой обзор будет посвящен вот этим чудесным расческам. Аксессуары сегодня у нас будут с вами в обзоре. Скорее всего, кто-то из моих, возможно, подписчиков знаком с расческами от Janek. А для кого-то, может быть, будет так же, как в свое время для меня стало открытие вот эти расчески, эти чудесные расчески, о которых, знаете, можно действительно петь оду любви к этим расческам, попробовав один раз их использовать для своих волос, и чем же они отличаются. Шикарные расчесочки. Вот в такой упаковочке они идут. Фирма Janek, Италия. 100% из силикона они изготовлены. Дата, друзья мои, дата 1830 год. Основана вот эта фирма, которая выпускает Janek. Это Италия. 100% итальянский бренд. Выпускает аксессуары для волос. А у меня здесь еще есть вот такую вот, я себе заколочку прикупила. Но здесь не видно, но здесь тоже Janek, видите? Вот он. Тоже силикон. Крабик. Силиконовый крабик себе прикупила. Вот, то есть аксессуары различные, расчески они выпускают. Но расчески это действительно просто шикарнейшие расчески, которых кто один раз, вот я честно скажу, один раз попробовал, и просто 100% становитесь поклонниками вот именно этих расчесок. Я знакома с ними давно, с этой фирмы, лет 8, да, 8 я пользуюсь этими расческами. Вот две, за все 8 лет у меня вот три расчески. То есть была одна, она у меня сломалась, я купила вот эту. И вот эту уже совсем недавно купила, буквально в июле месяце, я купила для своей дочери. То есть это такой вот дорожный вариант расчесочки идет, круглая, дорожная. Она потверже, чтобы можно было возить ее, ну, я думаю, это возить там в сумке, ну, то есть дорожный вариант, да, в сумке, в чемодане. А вот это вот помягче, то есть такой пластик, знаете, если сравнивать вот с этой, то здесь вот жестче каркас, более пластик такой твердый. Это, видите, она вся такая в дырочку, вот здесь такой, это, такая штучка. То есть я на нее вот нажимаю, и она продавливается. И такой небольшой пластиковый каркас. Вот такой она нормальной стандартной длины идет. Щетина. Щетина изготовлена из 100% силикона, силиконовая. Причем, знаете, я не знаю, как они делают эти расчески. Чудеснейшие расчески. Они, вот эти вот зубчики, у них не вылетают, не ломаются, не деформируются. То есть вот я веду, слышите, она вот такая вот мягенькая, вот мягкая расчесочка. И это точно так же 100% силиконовые щетинки. И они у них впаянные, щетиночки впаянные в эту расчесочку. Итак, давайте рассмотрим с вами поближе расчесочки Janek. Вот так они выглядят. Силиконовые щетиночки у нее. Видите, они припаяны. То есть вот они, припаянные все щетиночки. Они не отламываются, не ломаются. Вот невозможно их просто оторвать. Вот такая вот расчесочка. И вторая расчесочка у меня, дорожный набор. У нее точно так же припаяны все щетиночки. У нее хорошая длина щетинок. Прекрасно прочесывает. Видите? Вот. Вот они прям видно, что они припаяны к самому каркасу, то есть к основанию
самой расчески, к самому пластику, что хочу заметить, к самому пластику. Не какая-то там резинка вставлена и в нее гвоздики вставлены, а именно вот такая вот конструкция, очень хорошая, ее, за ней легко ухаживать. Вот она, фирма Жанек, это итальянская. Достаточно ее просто промывать раз в неделю. Ну, и она вообще не марается, не грязнится. Прекрасные это, расчесочки. Это вот так сделано. Более такое, как у батута, скажем, это каркас у нее и сама серединка. Но они тоже вот впаяны, видите, впаяны. И прекрасно. Ну, вот такие вот расчесочки и сам футлярчик. Фирма Жанек. Чем прекрасна расческа? Она делает легкий массаж головы. То есть, когда соприкасаешься с головой, она вот так вот как бы вы на нее нажимаете, и она вот приятно, так приятно голове, она это, массажирует. Массажирует, циркуляция крови, то есть разгоняет кровь, не спутывает волосы. Прекрасно расчесывает. Если у вас есть проблема, что волосы ваши путаются, или у ребенка, вот я, например, детскую купила, ну, это я ее так называю детскую, это вообще дорожный вариант. Ну, и вот это она тоже пользуется. Захотелось вот ей такой коралловый, яркий коралловый. Они у них все такие красивые, расчески все. Все охота купить. Так вот, расскажу, где покупала. Если у ребенка путается волос, у девочек, то родители, мамочки прекрасно знают, как тяжело, ну, заставить ребенка расчесать волосы. Так вот, чтобы такого не было, покупайте расческу. Честно говорю, вот эту расческу от Жанек покупаете, все проблемы у вас исчезают с расчесыванием длинных детских волос. Если вы сами обладательница, у кого путаются волосы, также покупайте расческу Жанек, и вы забудете о том, что волосы путаются, и нужно что-то дополнительно на них наносить, чтобы расчесать. Честно, по себе говорю. Я же, когда покупала эту расческу, я люблю расчесывать волос мокрый. Вот я только его вымыла, и мне надо расчесать, и потом я хожу, он у меня естественным образом сохнет. Поэтому все остальные расчески, которые продаются у нас в магазинах, в сетевых компаниях, это не расчески, я считаю. Это просто убийство для головы. Есть такие, я однажды купила в одной из сетевых компаний, просто попробовать у них, в Биоси я покупала. Я ее сразу выбросила. Ужаснейшая расческа, потому что можно остаться не только без волос, но и без головы. Когда соприкасаешься вот так вот с головой, ну, расческа с головой, она прям вот бьет голову. Вот стучит, знаете, такое впечатление, что у нее здесь камни какие-то. Поэтому я сразу ее выбросила. Так вот, я этими расческами пользуюсь уже 8 лет. То есть периодически я пробовала, думаю, ладно, куплю что-нибудь подешевле, потому что ценник у нее действительно такой серьезный. И вот я так вот купила, например, в Биоси себе расческу, которую я сразу же выбросила в мусорку и сказала, не, я тут вообще без волос останусь и без головы точно. Поэтому я вновь пошла. Продаются они только эксклюзивно в магазинах сети Ревгош. У них это... только можно купить. И я пошла в магазин Ревгош, подошла к консультанту 8 лет назад, подошла к девушке и сказала, есть у вас в магазине расческа, которой можно расчесывать мокрый волос, который не навредит голове, волосам не навредит. И она мне сразу сказала, покупайте Жанек. Все, я ей действительно поверила, я пришла домой. Я просто влюбилась в эту расческу, и многие, кто, знаете, есть уже, ну, чуть ли не клуб любителей расчесок Жанек, потому что они этого стоят. И девчата, кто один раз попробует, они начинают своим подругам советовать, попробовать, купить. В общем, о ней можно, я говорю, говорить много-много хороших
хорошего и прекрасного, но лучше ее купить и попробовать на себе. Вот на себе ее взять действие и посмотреть, какова же эта чудо-расческа. Но в настоящее время я еще не встречала больше, вот, чем можно заменить расчески от Джанет, чтобы они вот не портили структуру волос, не раздражали вас. Прекраснейшая расческа. Поэтому в Ригоше посмотрите. Да, ценник у нее, скажем так, кусачий. Она где-то без скидки 800, по-моему, с копейками стоит. По золотой карте минус 25% можно купить значительной скидкой. Но большой плюс, Ривгош каждый месяц делает на нее скидки где-то 50%. То есть вот эту я купила, маленькую я купила за то ли 411 рублей, то ли 500. Вот эти были, по-моему, по 511, а эти 400. Потому что эти чуть-чуть побольше. То есть на 50% они делают ежемесячно скидки вот на эти расчески. Они прям так и заявляют, что поклонникам расчесок Жанет, пожалуйста, покупайте у нас скидки в Ривгоше. Поэтому присмотритесь. Я вам искренне советую присмотреться к этим расческам, если вы еще с ними не знакомы. И если кто пользуется, оставляйте комментарии, как они вам нравятся, не нравятся, вообще какие впечатления у вас. А если кто не попробовал, но также напишите, знали ли вы вообще о такой фирме. Фирма Жанет, итальянская фирма, которая выпускает чудо-расчески. Ставьте лайки, чтобы выходили новые полезные обзоры. Я покупаю для себя, тестирую и делюсь с вами, что мне больше всего нравится. Не забудьте подписаться на канал. До новых полезных обзоров. Будьте красивые. До новых встреч. Пока-пока.